Если ремонт продолжается уже который год, а вас настиг кризис идей, вам точно сюда. В Экспо Волге открылась выставка Interior Room. На одной площадке десятки интерьерных салонов, дизайн-студии художников презентуют свою работу. Картины из мха, роскошные итальянские интерьеры и изящные кованые лестницы. А вдохновившись, можно и самому здесь же взяться за кисти и краски. На мастер-классе мы будем делать елочки. И это если будете брать наши елочки. Можете принести все, что хотите. Ну, небольшого размера, то есть какие-то предметы интерьера, что вы хотите переделать. Кроме того, в программе мастер-классы по созданию эскизов и витражей, декорированию и скетчингу. Interior Room – это еще и традиционная площадка для общения профессионалов. Выставка интересная. Если она проходит 9-й раз, то она, значит, кому-то нужна. Дизайнеры здесь могут найти новые технологии, новые контакты. Что немаловажно. Наряду с традиционными производителями иностранными у нас все в большей степени начинают присутствовать производители, которые локализованы в Российской Федерации. Выставка Interior Room будет работать в Экспо Волге до 20 ноября. Валерия Макарова, Василий Колдашов, События.